Всем привет! Вы на канале Скей. И сегодня я буду играть в Майнкрафт. В одну очень интересную карту, которая... Короче, нам нужно выжить на острове маленьком. Тут есть такой маленький остров, сейчас я вам покажу. Вот. И нам, типа, нужно здесь выжить. Вот. Здесь есть одно такое дерево большое, какой-то такой маленький непонятный островок там, где открывается, типа. Здравствуйте, здравствуйте. Вот такой вот островок, ну там книжки, все такое. Вот такой вот как треугольничек. Здесь можно попаркурить. О, смотрите, тут еще сундук есть. Сейчас посмотрим, что в сундуке. И типа на таком маленьком островочке нам нужно как-то выжить. Вот. И здесь... Ой! И здесь нету... Не было невидимых блоков. Возродимся. И там не было невидимых блоков. Здесь какие-то загончики есть. Непонятные... Деревце. Давайте посмотрим еще в сундуке. Собственно, нам на таком островочке маленьком надо как-то выжить. Тут еще есть кактус. Если что, я включила на мирном, чтобы нам никто не заспавнился. И в сундуке тут есть вода, лава, саженцы для деревьев и кости. Вот, давайте мы все сложим обратно сюда. Чтобы если типа упало... Это все осталось здесь. Давайте включим день и ясную погоду. Все, ясная погода. И давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас срубим это дерево и сделаем верстак. Крону. О, с нее еще один саженец выпал. Это очень хорошо. Вот, и с этими саженцами, пока у нас не закончатся эти саженцы, мы сможем делать деревья и все, что мы типа захотим. Вот. С помощью лавы и воды можно сделать бесконечный источник булыжника и сделать печку. Ну, собственно, зачем нам печка, если тут... Почему-то здесь нету никаких животных. По идее, они должны быть в этих загончиках, как было на картинке этой карты, но их здесь нету. Вот, тут можно все посмотреть. Прыгнуть на кактус. Да, я слышу жителей, но жителей здесь нету. Вот, срубили деревья, и сейчас мы срубим крону, там должны быть или саженцы для деревьев, или яблочки выпасть. Собственно, нам нужны очень сильно яблоки, потому что если яблок не будет, мы захотим кушать. А кушать у нас-то нечего. Поэтому ищем яблоки в кроне. Ждем, пока она выпадет, яблоко. Оно и выпадет, яблоко. Вот. Сейчас мы ищем. Кроме яблока. Яблоки. Так. Нам выпало... Я срубила всю крону. А, нет, не всю крону. И в кроне... Да, у нас выпало только 3 саженца и деревце. Из деревца сейчас мы сделаем доски. Сделаем много досок. Теперь делаем верстак. Палки. Поставим верстак. Давайте поставим верстак. Ой, загончик нечаянно поставился. Сейчас мы его срубим. И... Да. Так, попробуем здесь на этом островке выжить. Ставим здесь вот верстак. Сейчас мы достанем сундук. Короче, ставим саженцы.
поставим саженец, чтобы он тут рос. Давайте загончик поставим, чтобы там дерево тут не мешало. Все, закрываем его там. И здесь тоже саженец. Все, теперь пусть они там растут. Наши саженцы. Я не знаю, зачем тут снег. Как бы я не знаю, что можно из снега в Майнкрафте сделать. Ну, кроме снежков, конечно. Вот. А нет, снежки из плоского снега. Теперь мы... Кстати, у нас тут в уголку возле сердечек написано позиция минус 1, 12, а минус 2 уже. 12, минус 3. Не знаю, что это значит. И сейчас мы из костей сделаем костную муку. В доме-то есть? Нету. Сделаем костную муку. Сделаем. Все. Сделаем. У нас 30 таких вот. 30 костной муки. Так, схватит. Хотя. Все выросло. Ого. Что-то на это как-то много тратится. У меня уже совсем чуть-чуть костной муки. Поэтому я ее тратить не буду. Вот, у нас, собственно, уже дерево есть. Сейчас посмотрим, сейчас подумаем, что нам можно еще сделать. Давайте соберем песок. Точнее, заберем сундук. Раз нам нечего пока что делать. И вот у нас срубился кактус. Соберем отсюда сундук. И, пожалуй, я построю домик. Вот так вот. Так, вот здесь у нас будет стоять домик. Сундук мы ставим вот сюда. Складываем туда песок, костную муку, палки, доски, кактус. Хотя нет, кактус и песок нам нужны. Саженцы, лаву и воду. Так, что-то у нас с этим саженцем? Пока что ничего. Так, и давайте мы вот здесь вот посадим, сделаем такой песочный островок. Ну, так, для красоты. Вместо вот этой вот земли. Землю мы заберем отсюда. Ставим песочек. И поставим кактус. Так, я поставим кактус вот здесь. Это нам такой островочек для красоты. Я сделала. Это как же поставить? Это что такое? Короче, делаем вот так. Ой. Ну это же я. Так, вот здесь мы поставим кактус. Ага, а кактус не ставит из этого песка. Ага. Ну вот так вот, для красоты пусть будет. О, вот так. Все. Вот так вот у нас будет такой островочек здесь. Я снег-то сделал. Снег, я не знаю зачем. Так. Собственно, мы здесь сейчас поставим домик. Хотя зачем? Да, зачем нам домик, если у нас нет шерсти? А давайте попробуем туда прокопаться. Куда? Да, камень у нас не рубится. Ну и так попробуем рукой. Добыть камень. Ать. Отлично, и дождь еще пошел.
все. Собственно, я вот тут. Так, я тут походила, попаркурила уже, подумала, что же нам еще тут сделать, и ничего мне в голову не пришло. Но есть у меня такая одна мысль, что будет, если мы с вами включим кеймод, то есть креативку, и спустимся туда вниз. И мне вообще интересно, что там внизу, или прокопаться, попробуем насквозь прокопать. Вот, потому что мне тут уже скучно, нечего делать. Вот, только паркурить тут, и все. Вот, больше нечего делать тут. Поэтому, ау, я подумала и решила. Сейчас я включу креативку гейммод. И посмотрим, что там внизу, или прокопаемся. Настройки. Творческий. Все. Так, подождите. Я включила творческий. Сейчас проверим кое-что. Если я включила творческий. Да, у нас творческий. Творческий даже. Нет, не творческий. Включим тогда приключения. Настройки. Выживание. Приключения. Все равно. Тогда давайте другое посмотрим. Что же будет? Что у нас есть? По умолчанию. По умолчанию. Поставим. Продолжить игру. Да, по умолчанию, то есть у нас... Да, я летать не могу. А, могу летать. Все. Мы с вами оставляем на этом островке все наше ненужное. Может, его кто-нибудь найдет, этот островок. Ну, конечно, я шучу. Давайте потратим всю нашу костную муку. Хотя она не потратится, потому что... О, трава выросла. Просто у нас гейммод. Цветочки, трава. В общем, а если на цветочек? Ой, еще цветочек вырос. Ура! Так, короче, теперь мы с вами падаем туда вниз. О, у нас тут дерево. Падаем. Сейчас мы с вами включим. Время. День. Ребят, у нас тут все серое. Что это такое? Что это вообще такое, ребята? У нас тут просто островок, а внизу все синее. Серое, то есть. Ладно. Тогда прокопаемся туда. А, ребята, смотрите. То есть, если бы мы здесь прокопались, да что такое? Если бы мы здесь в карте прокопались, у нас бы было все. Обсидиан тут. Давайте закроем это все землей. Блин, это булыга, потому что. Так, это головоломка. Или давайте попробуем перекрыть лаву. Вода льется. Так, это борьба. Света, можешь как? Этот был... Этот был...
Так. Ой. Я в лаву попала. Да, как нам выбраться? Короче, на этом наше приключение закончилось. Я застряла в лаве. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Напишите мне в комментариях, снимать мне еще, как я играю в Майнкрафт. Пока-пока! Да, пока-пока!